Чистые сосуды – это основа здоровья. Работа всех систем организма зависит от качества кровоснабжения. Hurmatli tomoshabinlar, qon bosimi muammolaridan charchadingizmi? Yuragingiz doimo sog'lom bo'lishini xohlaysizmi? Unda 100% tabiiy kardiosos biologik faol qo'shimcha sizga hayot ta'mini qaytaradi. Bu yurak qon tomir tizimining normal ishlashi uchun zarur bo'lgan foydali mikroelementlar va vitaminlarning butun spektrini o'z ichiga olgan 100% tabiiy ingrediyentlardan yaratilgan noyob mahsulotdir. Bizning preparatimiz Rossiya mutaxassislari nigohida. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot va buyurtma berish uchun opisaniyada qoldirilgan telefon raqamlar yoki saytga murojaat qilishingiz mumkin. Образ жизни, а также отложение липидов. В итоге страдают все органы и системы, и человек начинает стареть. Если вы ни разу не чистили свои сосуды, и вам уже более 40 лет, то сосуды у вас сильно загрязнены, а это вызывает такие заболевания, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт, гипертония, варикозное расширение вен, и это не только ноги, но и геморрой. Венозные артериальные тромбозы, что может привести к закупорке сосудов в сердце. А это инфаркт, который в 70% случаев заканчивается смертью. По каким симптомам можно понять, что сосуды загрязнены? Их немало. Это мигрени, ухудшение памяти, хроническая усталость, бессонница, проблемы в интимной сфере, ухудшение зрения и слуха, повышенное давление, одышка, стенокардия, бледная кожа на ногах, боль в мышцах и суставах. Однако, даже если у вас нет этих симптомов, очистку сосудов все равно необходимо выполнять хотя бы раз в 5 лет, начиная с 30-летнего возраста. В этом случае здоровье ваше будет просто богатырским, и вы сможете жить долго, хоть до 120 лет. При этом никакие органы у вас не будут болеть, мозг будет хорошо работать. В свое время я рекомендовал своим пациентам регулярную чистку сосудов, и сейчас практикую ее сам. Всем, кто вовремя прислушался к моим советам, давно пережили своих ровесников. В чем же заключается процесс очистки сосудов? До недавнего времени это занимало у меня несколько месяцев. Я сам собирал травы, искал их на рынке или заказывал в интернете, а потом готовил из них отвары. Сейчас этого не делаю, так как мы недавно с моими коллегами из Узбекистана создали очень хороший недорогой препарат, предназначенный для очистки сосудов. Называется он «Кардиосос». Вообще он предназначен для нормализации давления и лечения гипертонии. Но это как раз и происходит за счет очистки сосудов. Поэтому для наших целей он подходит как нельзя лучше. Кардиосос – очень хорошее средство. Оно позволяет очистить даже сильно загрязненные сосуды за 1-2 недели регулярного приема. Еще хочу отметить, что этот препарат не содержит химии, а только экстракты растений. Поэтому он не просто не вреден для организма, а очень полезен. По старой памяти ко мне еще обращаются пациенты, в том числе и по поводу очистки сосудов. И в последнее время я рекомендую именно этот препарат. Он очень эффективен и помогает всем.